Здравствуйте, вы на канале Flower World. Врачи рассказали о 8 целебных травах, которые защищают наши легкие и укрепляют их здоровье. Первое. Тимьян, также чабрец род семейства яснотковых, один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства. Представители рода – низкорослые ароматические кустарнички и полукустарнички. Тимьян. Это целебное растение устраняет застойные явления и успокаивает раздражение дыхательных путей. Содержащиеся в тимьяне эфирные масла являются прекрасными антибиотиками, обладают противогрибковыми и противовоспалительными свойствами, укрепляют иммунную систему и стимулируют очистительные процессы в легких. Эксперты рекомендуют использовать тимьян как для приготовления чая, так и для ингаляций. Он выведет токсины из органов дыхания. Тимьян используется в народной медицине. Экстракт используется для лечения желудочно-кишечных расстройств и кашля при простуде, бронхите или коклюше. При ларингите и ангине экстракт используют для полоскания горла. Местного применяется для лечения небольших ран, при насморке и заболеваниях полости рта, а также как антибактериальное средство для обеспечения гигиены полости рта. Эфирное масло и тимол используются в некоторых патентованных препаратах. Среди таких препаратов антисептические лечебные мази, сиропы для применения при респираторных заболеваниях, а также препараты для ингаляций. Вы были на канале Flower World, спасибо, до новых встреч на канале.